в Магадане очень переменчиво. На этой неделе Колыма столкнулась и с циклоном, и с антициклоном. Я просто в восторге от того, как у нас чистят дороги. Типа, по-другому просто не походишь. Это единственный способ передвижения. Да какая же погода будет в выходные в Магадане, мы узнали вместе с жителями областного центра. 4 декабря, суббота в Магадане, днем от 14 до 12 градусов мороза. Ночью до минус 20, ветер слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление низкое, 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 5 декабря, в Магадане температура воздуха ночью до минус 33, днем до 20 градусов мороза. Атмосферное давление очень низкое, 738 миллиметров ртутного столба. Влажность высокая, 77%. Но это зима,